Добрый день, с вами Серафима Морозова. Я в гостях у Ирины. Приехала к ней на перевязку. Перевязку мне практически не нужно делать. У нее сейчас уже раны намного лучше. Сегодня у нее 16-й день голодания. Сегодня у тебя на воде, да? Да, на воде сегодня. И вот сними поближе, пожалуйста, ранки, чтобы мы показали, как они выглядят. Прям ближе подойди и сними. Я камеру ближе сделаю. А? Камеру ближе сделаю. Ну, ближе. Смотри, надо нам показать вот эту ногу. Вот здесь оно стало намного лучше, чище. Вот эти ранки затягиваются и уходит краснота. Здесь у нас начало хорошо худеть. Вот здесь ушла вся краснота, которая была как камни. Здесь вот в этом месте уже мягче вот до этого расстояния. Вот это все худеет. Вот эта складка меньше стала. Ранки вот эти затянулись, они стали намного меньше. И голодание продолжается. Ирина у нас чередует, пьет воду, соль, и мы обрабатываем. У нас в основном это хидинол, живые микробы. Вот эти ранки будем обрабатывать. Здесь у нас дёготь и йод на ранки сегодня нанесем. И вот я принесла алоэ вера, скорая помощь. Будем брызгать тело от зуда, потому что вот эти грибы, которые были особенно вот здесь на руках, вот это все уходит. И это все едят микробы живые. И то, что она хидинолом пользуется. Поэтому все продолжается у нас лечение. Все хорошо. Спасибо. До свидания.